Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот немножко пропустил я посадку пригородного поезда ЭП-2ДМ. Вот он поехал уже, как бы показал мне свой хвостик. Счастливого пути ишимскому поезду. Не понаблюдал я, не посмотрел. Вот он движется там с сигнальными фонарями. Ну, счастливого пути, поезд. И поворачиваюсь я, вот другая платформа. И здесь стоит, тоже стоят вагоны, но почему-то эти вагоны как бы перетаскивает вон там вон маневровый поезд. Не знаю почему, наверное, на запасной путь или еще куда. Но вот он стоит, этот маневровый поезд. Видимо, сигнал дадут ему, светофор включится, и он потащит. Вот он. Ну пока. Пока стоит. А это тепловозик стоит. Такой новенький, красивый тепловозик. И потянет состав, видимо, на север. Раз тепловоз, значит, на север. Потому что на запад у нас все перемещают вагоны, только электровозы, уважаемые друзья. Ну, я вам не сказал, нахожусь на Тюменском вокзале. Опять на платформе, хожу по ней, смотрю железнодорожные составы. Там с противоположной стороны тоже, вон видите, железнодорожные составы. Хожу, смотрю на пассажиров. Ну, пассажиров сегодня что-то мало. Видимо, погодные условия сегодня у нас. Температура плюс 17-19 градусов, не больше. И видно, что люди все ходят тепло одетые. А раз тепло одетые, естественно, низкая температура, человек при жаре все равно будет одеваться налегке. Потому что испарение тела заставляет его одеть легкую одежду, чтобы меньше потеть. Это закономерность любого человека и вообще всего животного мира. Вот стоит у нас здесь тоже электричка. Видимо, скоро тоже будет отправляться, поедет. Это у нас D4M. Вот 126-я. Вот, уважаемые друзья. Здесь у нас плюшки, ватрушки, напитки продают. И эти мороженое. Вот, кстати, кто-то пришел. Кто-то осуществляет посадку. Вот, на этот пригородный поезд. ЭД-4М. Он, кстати, выглядит так. Я бы не сказал, что он там какой-то затасканный. Он хорошо выглядит, этот поезд. Мне он нравится, смотрите. Вот. Не подкрашенный, все механизмы работают. Все у него нормально, у этого поезда. И до сих пор возит пассажиров. Будет обновление, значит, привезут, купят железнодорожный транспорт новый, пригородный, будут эксплуатировать наши машинисты и новый транспорт. А вот здесь написано Демиховский машиностроительный завод, электропоезд ЭД-4М. Вот она, табличка, которая пожизненно на кабине поезда находится и стоит. И, кстати, значит, а он не так старый, уважаемые друзья. Он там написано, по-моему, он выпущен в 2004 году. Или я ошибаюсь? Ну, по-моему, в 2004 году, уважаемые друзья. Вот. Если я разглядел правильно, если что-то неправильно разглядел, извините меня. Вот в прошлый раз тут ребятишки на полу ехали. Видимо, хотели группой своей ехать или места не хватало им. Ну и тут вот стоят параллельно друг другу два поезда. Здесь молодые ребята стоят, проводники, видимо, студенты, молодые мальчики. Вот, значит, посадка идет на этот поезд, и пассажиры садятся на свои места. Проводники пригласили их для того, чтобы они сели и поехали. Ну, пожелаем
перед отправлением счастливого пути нашему поезду. Этому поезду, не знаю, куда он идет, но видно, что идет он на север. Вот. Видите, закрыли уже. Да, закрыли. Закрыли, один открыл, а там кто-то... А, это человек идет, я думал, с поезда опаздывает. Нет, женщина прошла мимо. Вот. А это, видимо, начальник поезда. Такая дама идет. Ну вот, отправление. Видимо, там совсем минутки остались для того, чтобы уехать поезду, отправиться. Ну, счастливого пути. Видите, закрыли сразу же. Лесенка закрылась, и все на этом. Вот. Тут гуляют пассажиры, наверное, провожали кого-то, вот, немножко с грустным видом. И вот он сам состав. Сам такой большой состав, длинный, пассажирский, сейчас отправится и поедет, уважаемые друзья. А пригородный еще стоит, там люди, я даже пассажиров особо, откровенно говоря, не вижу. Вот. Рисковать не буду заходить туда, потому что не знаю, когда он тронется, закроются двери, и придется мне ехать до ближайшей станции. Не очень приятно потом возвращаться вот с этих станций. Так что рисковать не будем, уважаемые друзья. Ну вот, ждем, когда отправится. Вот, уважаемые друзья, поезд поехал, двери закрыли проводники. И желаем ему счастливого пути этого поезду. Пусть он едет спокойно. Пассажиры получают удовольствие от езды на поезде. И всем всего доброго и счастливого пути. Кстати, новенький плацкартный вагон, вот сейчас наблюдаю, проезжает. Вот, 18-й. Вот, тоже, видимо, девушка провожала. Вот, провожающая пошла на лифт. Вон, поехали. Вот едут, сколько там напитков. Разгоняется поезд. И параллельно поехал у нас пригородный Багай, Тюмень. Видите, поехал. Все, тоже счастливого пути этому пригородному поезду ЭД-4М. И этот поезд разогнался. Тоже едет. Смотрите, как интересно. И вот последний вагон. Все, счастливого пути, поезд, тебе. Вот. Ну все, проводили мы поезда, уважаемые друзья. Вот он, Тюменский у нас вокзал. Не раз я показывал его. Вот у нас крытый переход, такой удобненький. И вот температура сейчас 19 градусов, как я вам сегодня говорил, уважаемые друзья. Ну, здесь маневровый поезд гоняет вагоны, перемещает с одного места на другое. Работа маневрового поезда. И пошли мы, уважаемые друзья, на лифт. Так, значит, здесь накопитель лифтовый. Вот, зашли мы, нажимаем кнопочку. Вот здесь люди заходят. Вот. Ждем, когда приедет лифт. Вот приехал уже, написан первый этаж. Откроются двери, заходим. Первый этаж. Все зашли? Тут только третий. Второго нет. Мы на третий. Так, с противоположной стороны у нас здесь двери. Сейчас доедем до третьего этажа, лифт скоростной. Быстро движется. Сейчас откроются двери. Все, открылись двери. Выходим, уважаемые друзья. С этой стороны пассажиры были. Уехали тоже. Здесь поднялись. И тут сейчас у нас тоже, видите, двигаются пассажиры, прибывшие с других поездов. Так, ну вот, движемся по крытому переходу. И посмотрим, что у нас там делает маневровый поезд. А маневровый у нас поезд, смотрите,
гоняя поезда. Вот он стоит, сверху его снимаю, маневровый поезд. Вот он такой длинный. Не знаю, как картинка будет. Вот. Ну, посмотрим, уважаемые друзья, с противоположной стороны. А с противоположной стороны, уважаемые друзья, у нас ни одного поезда не двигается. Вот. Там у нас все свободно. Если даже проедет грузовой поезд, то он немного-немного оживит мое видео. Вот так. О, поехал, повез вагоны, потащил за собой. Формирует, видимо, состав. Вот этот вот пригородный какой-то, видимо, состав. Вон сколько, видите, дизель заработал, сколько дыма от солярки отработаны. Вот сверху снимать видно все, уважаемые друзья. Ну вот, посмотрели мы, двигаются поезда, двигаются вагоны. Обычная жизнь идет на вокзале. И вот мы пришли вот сюда, в это помещение, где у нас видно как раз полный обзор всей платформы, предвокзальной платформы города Тюмени. А вот видите у нас, вот она, стоит надпись «Тюмень» на крыше. Вот. Ну, на этом я закончу свой обзорчик, уважаемые друзья. До свидания. Всего вам доброго. Друзья, желаю вам здоровья, всего хорошего, и встретимся вновь на моем канале на новых видео. Всем добра. Уважаемые пассажиры, поезд номер 11, сообщение Новый Уренгой, Москва. Прибывает